разумейте языцы и покоряйтесь. После мира Отечи друг, великого совета Твоего нам не мог, мир подавайте, послали сюда, скорбите и Твои милости. Рождество Твое, Христе Боже наш, сейчас мир и свет разума, небо звезда служащий.
Владимира нашего Высокопреосвященнейшего, ихона митрополита Владимирского и Суздальского и Богородицы Рождественские обители, да поменит Господи Бог во Царстве Своем всегда, ныне присно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, да поменит Господи Бог во Царстве Своем всегда, ныне присно и во веки веков. Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешный спасти, и с подобиями они осужденно причаститесь и причистых Твоих таинств. Молодец, молодец, потом уходящего года подвели, у нас были отсутствующие награжденные двое, ктитор нашего храма, а Ефремов Антон Вениаминович награждается юбилейной медалью 800 лет и со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Аксиос! Аксиос, Аксиос, Аксиос! Все труды, они, конечно, на небесах зачтены. У нас их, мы мало себе галочек там ставим, слава Богу.